Российская группировка перебрасывает дополнительные силы в сирийскую провинцию Эль-Хасеки. На борту Ил-76, прилетевшего с авиабазы Хмеймим, подразделение военной полиции, вооружение, средства связи и навигации. Перед отправкой в неспокойный район все бойцы прошли спецподготовку. Батальон военной полиции прибыл для усиления группировки войск за Евфрат с целью выполнения следующих задач. Патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы, усиление совместных опорных пунктов и наблюдательных постов, участие в совместном российско-турецком патрулировании, сопровождение автомобильных колонн гражданского населения. Полицейские усилят совместные российско-сирийские наблюдательные посты на северо-востоке страны. В населенных пунктах Ань-Иса, Тель-Тамер, Амуда курдское ополчение регулярно сталкивается с бандформированиями. Каждый раз страдает мирное население. Деэскалация конфликта и защита гражданских – главная задача военной полиции. В провинции Хасеки ждут еще несколько российских самолетов с личным составом. Всего планируется перебросить свыше 300 военных полицейских. Они также усилят наблюдательные посты на линии соприкосновения с боевиками. Перед погрузкой бронемашины обязательная дезинфекция и тестирование на COVID-19. Боевой инструктаж, и колонна выдвигается на наблюдательные посты. Одно из подразделений прибывает в населенный пункт Тель-Тамер. Полицейских вводят в курс дела, рассказывают обстановку и сразу отправляют на посты. Наше подразделение прибыло для усиления одного из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеки. Основная наша задача – способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказание всяческой помощи местному населению. Военная полиция в провинциях Эль-Хасеки и Ракка будет следить за безопасностью стратегической трассы М4 и при необходимости сопровождать по ней гражданский транспорт. Присутствие российских сил, как ожидается, сможет разрядить обстановку во взрывоопасном регионе.